Они хоть... Чё, они чё, блядь, вообще сказали-то нахуй, суки? Вообще же никому, по-любому даже похоронка не пришла. Я не думал, что еду убивать кого-то. Я не знал, я боялся. Отправлять на войну как пушечное мясо. Всех расстреливают сразу. Я тебе могу сказать одно, то, что говорили нам, это все пиздеж. Мы здесь вот сидим сейчас, я и кто меня привез. Я могу сказать одно, я не понимаю, вот нахера все это было сказано, на то, что нам говорили там в России.